Так, всем привет, мои хорошие. Что вы сегодня делали? Я сегодня отработала, скупилась чуть-чуть и пришла домой. Я вам сейчас одну вещь скажу, вы будете в шоке. Я тут двери. Каждый раз, когда я на двери смотрю, я нервничаю. Значит, я сегодня на ужин купила тунец свежий, мои хорошие. Я сейчас вам покажу, как выглядит тунец свежий. Будем готовить ужин и разговаривать. Ух, какие большие. Чтобы вы знали, тунец свежий, чуть-чуть сухой. Надо как бы в томатном соусе делать. Но я не хочу в томатном соусе делать. Вот. Похож на мясо. Вот такое. В общем. Вот такие куски, мои хорошие. Я сейчас вам скажу. Так. Пока лезет два кусочка. Пускай жарится. Большие. Надо было еще взять большую сковородку. Но ничего. Ой, тряпку, блин. А взять. Девочки, мальчики, хотела вам сказать, что большое спасибо за то, что вы подписываетесь, ставите лайки, майки, дизлайки и комментируете. Это очень приятно. Я не знаю, я вам сказала уже, что деньги отправила. Арцахский акцент. Сегодня мне сказали, что они не тот банк пошли, короче, не получили. Завтра с утра пойдут тот банк. Короче, они должны были Арцахбанк пойти. Они пошли Арцахбанк. В общем, короче. Так, девочки, я купила вот это. Буду делать. Это буду делать по-другому. Сейчас посмотрю, получится или нет. Вы не знаете, что. Мой муж сочёлся сюда. Короче, мы все садимся на диету. Мой муж испугался, девочки. Мой муж после того, как пошел к врачу, сейчас мой сын все переводит и говорит, что мама говорит. После того мой муж вчера пошел, вот это так выглядит. Скажи. Привет, подписчики, как у вас дела? Меня зовут Алина. Трана. Асингилямбадае. Берем вот так. Должны вот так, да? Вот так. Режем. Правильно делаю? Да. Короче, помните, я тоже ходила к врачу. У меня было, да, каждый год вот это... Как бы с работы отправляют, как по-русски говорят, на ревизион, ну, ревизион медику, как бы на каждый год с работы, когда ты работаешь в государственном работе, да, отправляют как бы ревизион медика, да, раз в год, короче. Тебя смотрят. Короче, муж пошел, ему сказали, у тебя что-то с сердцем, сердце шум, печень не знаю что. Как бы тут доктор, мой родственник, ара, меня услышал. Мне смешно так стало. Я ему вчера говорю, так все, давай уже перепиши все на меня. Да я шучу. Короче, вот, вот такие. По-моим или как? Да, по-моим. Ой, бедный, без глаз. Не, ладно, он пошел к врачу, короче, вот это раз в год. Ну, сказали, ой, ёханый бабай. Ладно. Значит, это выкинем. Вот это оставим. Вот это классно. И сказали, что с
печенью, что там, сердцем, холестерол. И он самое больше испугался, то, что у него давление. Сказали, у тебя давление повышенное, что давление это не шутки, что надо давлением быть осторожным. То есть сегодня он мне звонит, когда я закончила работу, он же испугался, пошел мне таблетки купил и в аптеке говорит, можно я свое давление померю? А там женщина говорит, у нас аппарат поломался от давления, что мерить? Да, не надо давление мерить. Нам надо купить для дома вот эту штучку, чтобы давление мерить. Да. Потом будем резать чеснок, мои хорошие. И красиво поддадим. Вот так делается вот это. Да, он, короче, испугался, что у него давление повышенное. И давление это не шутки. Даже если у него не болит голова, если он себя плохо не чувствует, но давление это такое, что его хорошо запугали. Он уже 2 дня пива не пьет, мои хорошие. В общем, на диету садится. Он сказал, все, Алина, я буду только кушать правильную еду. Так что посмотрим, сколько это держится. У Оскара всегда так. Он сначала боится неделю, а потом говорит, да. Так, пошли на супер. Он говорит, давай купим овощи. Давай купим рыбу. Все. Я сажусь на рыбу, я буду каждую ночь есть рыбу. Потом он купил филе курицы, чтобы вот так, как рыбу я делаю, вот так и курицу. Мы никогда не едим мясо, как вот у нас жарили, да, с картошкой мясо, там, или с... вот так не делаем. Мы мясо всегда вот так жарим, как вот это. Он взял мясо куриное, вот эти филе, взял индюшиное филе. Он уже себе дал знань. Так, завтра, когда приду с работы, буду есть это. Вечером, Алина, что будем есть? Значит, на ужин будем есть это, шпинат, потом будем есть брокколи, потом будем есть это. Алина, это не шутки. Все, я сажусь на диету. Все, Алина, а я ему говорю, ой, как хорошо, говорю, весна идет. Я хочу на диету садиться. Ночью. Ну, я тоже ж пошла, вот это прошла. И у меня только что, у меня то, что зрение упало. А у него, сейчас у меня с ним война. Почему? Он начал моим мацу не кушать. Я ему говорю, теперь что, у нас будет война, да? Теперь ты будешь мою мацу не кушать? Прихожу, смотрю, у меня этот, я ж люблю мацу. Я покупаю, сейчас я вам покажу. Кефир. То есть лучше вам так скажу, да, кефир. Во. Я потом вам покажу, мои хорошие, что Алина тут натворила. Переворачивать не надо мои лапки, мои зайки. Переворачивать не надо. Палец порезал с ним. Так, сейчас чеснок. Короче, он начал кефир уже мой пить. Это мне? Я буду кефир есть? Я буду вот это? Я буду вот это? Я говорю, стоп, ты что, мальчик? Так, это тоже с чесноком помажем. В общем, что-то у меня палец. Конечно, порезалось. Этот же нож новый. Я думаю, что случилось? Нож-то новый. Порезалось. Да, он уже начал мой кефир пить. Когда шли домой, он говорит, Алина, покупай себе кефир, потому что я тоже пью кефир. Представляете, дай бог, чтобы это держало так. Девочки, я вам честно говорю, если
Он это испугался не будет. Это будет хорошо, мои хорошие. Вы знаете, это как классно будет? Это будет супер-пупер. Если мой муж перестанет пить пиво и будет только, например, по выходным. Ну, по выходным можно. Пускай по выходным пьет. И то он сказал, если по выходным выпью, и то, говорит, по чуть-чуть, я много пить не буду. Я должен, говорит, это, смотреть за собой. Все-таки, говорит, мне 45, скоро 46. Говорит, я должен смотреть за собой. Так что, мои хорошие, вот такие измены. Ну, посмотрим, насколько потянет. Бо было тоже в том году, что-то ему плохо стало. Неделю не пил, не пил, а потом сказал, а, живем один раз. Посмотрим. Ай, порезалась, печет. И это петрушка сухая, потому что, ай, свежей нету, ёхан говорит. В общем, короче, навалила. Ну, ничего. Ну, дай бог. А, я вам сейчас покажу. Приходите ко мне на ужин, мои хорошие. Алина не жадная. Но я думаю, мои хорошие, я завтра кусочек атуна возьму на работу. Потому что для меня это большой кусок. Я не смогу съесть. О, я не смогу съесть такой большой кусок. Как это, стейк, вот это как, не знаю, сейчас я вам покажу, вы обалдеете, мои хорошие, как говядина, я вам честно. Уже не помню, солила или нет, блин, да, посолила, сейчас я вам все покажу. Ой, забыла. Сейчас я вам покажу кефир. Вот сегодня купила такой кефир, био. Я всегда пью. Мне нравится. Где он взял? Там уже места нет. Короче, смотрите. Он мне всегда говорил, зачем тебе покупать Данакол? А это типа для холестерола. Теперь он будет каждое утро пить. Мне так смешно. Молодец, пиво не трогал. Уже 2 дня. Супер. И мои еще какие. Вот такие мои дети есть. Все. Ну как? Как вам? Класс? Вот такие маленькие стаканчики йогурт натураль. Это как бы йогурт, натуральный йогурт, да, вот со вкусом кефира. Он и это ест, девочки. Так что запугали мальчика. Вот так. Вот так у нас подают в ресторане, мои хорошие. И за это, хо-хо-хо. Недорого было. Сколько штук было, мои хорошие? 3 или 4 штуки. Заплатила почти 4 евро. Бойначика. Хорошая девочка. Готов, готов, моя девочка. Я ему говорю, я пошла ужин приготовить. И с девочками поговорю. Он говорит... Иди, иди. Я этот нож захаваю, потому что режет очень. Какой режет нож этот. Менеке машхару марасес.
Într-o mea ies, nu tanciu meu ochis. Amites, amites, ies într-o mea mi gana, mi gana, 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 mi ai în sărtul mâna, în sărtul mâna, mâna. Блин, это много. Не знаю, что тоже Серёжка сегодня приготовил это спагетти. Но завтра мне, но я не хочу. Я половину пол рыбы возьму на завтра. Я сегодня, знаете, так чуть-чуть это, значит, девочки, вы извините, но я должна говорить. А! Вы извините, я должна говорить. Значит, эти наши соседи привыкли на нас как бы хайпаться или хайп ловить, я не знаю. Они заметили, что они начали как бы продвигаться в Ютубе или не знаю как. Короче, начали просить эфиры. Я отказываюсь, не хочу я с ними делать эфиры. Понимаете? Ну, не хочу. Вот, честно, мне не хочется вообще. Я отказалась вообще ни с кем не хочу делать эфиры. Потому что это мне не... В общем, или мама... Бана, или... Вон совсем. Хочу лечи. То есть не хочу я делать. И сегодня они как бы начали все мне писать, как бы, ну, вон свой, типа, на лбу Алина, типа, испугалась с нами, типа, с ней не хочешь делать эфир. В общем, а я взяла, сказала, с кем мне делать эфир? С человеком, который врет, я не хочу свои нервы мотать. Как хотите, так и думайте. Я никого не боюсь, и написала. Я только Бога боюсь. Я не хочу делать с вами эфиры. Не то, что с ней. Вообще ни с кем не хочу я делать эфиры. Но не хочу я делать эфиры. А что? Получается, что? Если я не хочу делать эфир, они боятся? А что они не думают, что... Моему народу это неприятно, понимаете? Люди не понимают, что это неприятно никому. Короче, а может я чеснок сюда кину? Понимаете? Мне лично неприятно, когда люди обижаются на меня. Я отказалась, я сказала, как хотите, так и думайте. Я никого не боюсь, я только одного Бога боюсь. А вы как хотите, так и думайте, короче. Испугалась, не испугалась. И мне только что отправили эфир, говорят. Она сидит и врет, понимаете? И мне... Вот я сижу, как бы не зашла к ней эфир. Сижу и слушаю, как она врет, понимаешь? И начинаю, вот это меня трусит. Вот это меня так и тянет зайти в этот эфир. И Ереванское ханство. И не знаю что. И армяне. Вот так и хочется взять и сказать. Дорогая ты моя, где вы были? В 90-м году у вас даже армии не было. Что у вас ОМОН только был. И у нас, когда в 92-м году были вы против нас, был ОМОН. О чем ты мне сейчас хочешь рассказать? Я просто не хочу моему народу делать больно и с вами выходить эфиры. Чего я вам должна доказать что-то? Я сняла видео и говорю ей, я не хочу делать эфир с тобой, ни с кем с вас, потому что если беру я кефир белый и говорю, смотрите, это белый кефир, а вы мне будете говорить, а ты знаешь, с Тюрского этот кефир был черным, а армяне сделали белым.
Понимаете, вот что доказатель? Только чтобы нервы мотать себе, я отказалась. Что хотят, пускай говорят. Лишь бы мой народ был счастливый и довольный мной. Они себе рейтинг поднимают, блин. Я ей говорю, ты понимаешь, мне неприятно. Я захожу прямо в эфир, а еще она как врет. Боже, я просто не писала, чтобы она мне говорила, зайди в эфир, да? Говорит, Алина и Бела сидят и матюкают. Господи, я чуть не упала. Да, было такое, но я не матюкаюсь, но когда... Я сижу с моими подписчиками, разговариваю, и заходит стадо воронов, и мне пишет маму твою, в общем, всю мою нацию, мой народ трогает, то тогда я по-азербайджански два слова сказала. Все, правильно дело. Говорит, я могу Алину и по-русски, типа, победить, и на английском. А вы знаете, как я хотела с ней выйти в эфир? Переодеться, как Али, вы знаете, да, я умею, нос, вот этот усы, и выйти с ней в эфир и начинать по-испански говорить. Ну, раз ты умная, у тебя английский, русский, да, вот начнем. Вот я по-испански скажу, вот посмотрю, ты сможешь мне что-то доказать? Короче, девочки, о чем говорить? Все. Вот. Вот мои хорошие. Вот. Наш ужин, мои лапульки. Вот, видите, как мясо. Я вас всех люблю, всех чмокаю. Напишите в комментариях, что я сделала правильно, чтобы не выйти прямо в эфир. Я всех люблю, всех чмокаю.